Всем привет, новая серия кооператива по Террарии. С вами снова Доскос и... И невероятный Халк. Вообще невероятный. Зелено-желтый, как лимон или... Полулимон. Человек, я не знаю, человек-мохито. Вот. Ладно, что ты там... Нет, я предлагаю, не знаю... Выключить запись. Да, золото в одну ящик, ну, в смысле, металла в один ящик, а... Понятно, а то бишь, все ценное в один? Да, он в те, которые в моей комнате. Все ценное в твою комнату? Ладно, все, короче, все, что имеет хоть какое-то значение, всякие металлы складываем туда, ты это, в другой сундук загляни пока. Так загляни в мой, какая разница. Нет, ну, рядом со мной еще один сундук. Я в одном копаюсь, загляни в другой. Какая разница, блин. А, так я уже заглянул в него, блин. А, там ничего такого ценного нет? Ну, пару золотых. Ну, у меня вообще 23 аметиста. Монетки. Монетки. Ладно, зелье пускай здесь пока остается. Сюрикены. А, так... Сюрикены, что я? Сюрикены бы с собой взять надо. Да я предлагаю сразу их использовать, что там возиться. Так, это твоя комната? Или это моя комната? Это твоя комната вроде. Наш дом, вот и все. Давайте просто металлы скину, чтобы ты сразу их положил. Давай, давай. Убежал куда-нибудь в лес, да? А вот золото у меня что-то... У меня 26 золотых слитков, чувак. Да. Я думаю, что пора бы и... Тут, кстати, еще в сундуке еще 14 лежит, а 16 уже даже. Мне нужно железо. Железо у нас 11. Может, в других ящиках еще есть. Ну, дай все. Секунду. Я что-то не могу скрафтить кирку. Сейчас я скину просто все. О-о! Чего это там? Розовенький. Я должен его убить, нафиг. У него много денег. Иди сюда, куда он отлетает от меня? Оп! Как он летает-то по всему райончику нашему. Не завалили, блин. Он вниз полетает куда-то. Ой, я его зажал. Прям как гнусный черный властелин. Зажал в каком-то узком проходе. И начинаю карать. Так, ладно. Я поднимаюсь. Я заработал одну золотую. Надо вообще это... Не хочешь в своей комнате поселить торговца? Да вон туда поместим, где он сможет. Наверх члена? Ой, то есть куча говна нашего? Ауч! Кто впустил? Кто дверь опять не закрыл? Мовой, наверное, завелся у нас. Да. Я думаю, все-таки это надо разобрать и поселить вот на третьем этаже... Че ты хочешь? Торговца. Торговца хочу. Ларису Ивановну, торговца хочу. Дерево добуду, что-нибудь. Так. Ты смотри, с собой железо не забрал? Нет, все скинул, потому что он лишь блестится. Отлично. Просто позарез нужна золотая кирка. Кстати, эти светящиеся камни были не эбонитом, а гораздо более полезной штукой, так что... Я все равно не могу скрафтить... Что ж такое-то? То ли рецепт сменился, то ли я дебил. С кем я начал снимать видео? Может быть, дерево надо? Я не знаю. Я чувствую себя куском. Мне дерево нужно, потому что мне еще потом факел будет просто делать. Да, нужно было дерево. Хочешь золотую кирочку? И не одну. Ну, по-македонски с двух нельзя, конечно. Ну тогда иди сюда. Ща, последний день у нас рубит большое. Все, иду. Все-таки набрали мы откуда-то золото. Хотя вроде много-то и не попадалось. Не, по-моему, были неплохие за. Не знаю. Еее. Меч тебе нужен золотой. У меня есть бумеранг. Окей. Вообще, я больше люблю кирку долбить по всему.
Так. Ладно, я тогда пока. Нужно бы еще дерево на задний фон просто. А, сейчас добудем, сейчас я тебе скину тогда эту партию. Так. Так. Надо просто заполнить весь задний фон, чтобы мобы не спавнились. Так. Сейчас заодно шишечек пособираю. Там посажу сразу же. Вот так вот это делается. Школа ремонта. Исполнение досков. Да. Так, кстати, грибов-то еще много осталось? Грибов. Ну да, я грибной. Довольно-таки человек. 28 штук синих. Ничего себе, только 10, но у меня, правда, еще есть 4 бутылочки. По 100. Ну, блин, в одиночной карте, в одиночной игре мне повезло тем, что практически под домом оказались эти грибы, а здесь фиг их найдешь. Почему же пару на пару этих? В общем, нарвались пару садков. Надо бы зелье из них сделать. Это, по-моему, и так жить. А, не хотел, можно? Надо найти песок тогда. Ой, там, по-моему, где-то в ящиках валялось. Ну да, я помню. Вот он. Так. Стекло, 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 стекло. Чёртова прокрутка. Будут у нас дубрава тут, возле дома. Вот так вот. Что, дубрава возле Обамы? Да, Обама, блин. Чем ты слышишь вообще? Ты не песок знаю. Еще выкинул? В левое ухо мне что-то гудит, вправо я не слышу правом. Песок. Это там один блок, из него уже ничего не сделаешь. Чего за... Так. За тебя не могу пройти, придется их захватить. Что? Придется их собрать. Почему дом-то не доделал? Они такие дрищи, блин. Я это, у меня кончился материал, сейчас набираю заново. Прораба на тебя не хватает. Хватает, просто мало сделал. Сейчас сделаю. Так. Могу скинуть дерево еще, если надо. Тут еще песок, он валяется, 220. Черт, я все криво сделал. Бывает. Ну, пойду сейчас молоток в руки. Господи, что ж так криво-то? Ладно, потом уберу. Так, с монетки я скинул налево. Стол. Первым делом в домах, конечно, гид поселится говнющий. Поэтому сразу нужно две порции этих готовить. Чего? Домов, видимо. А? Две комнаты. Да, еще просто вверху продолжим там куда-нибудь. Либо заварганим. Значит, в эту часть одно дерьмо складывать ненужное. А что ж у меня ненужное? Ладно, буду всякие травы сюда. Блин, я что-то вообще запутался в своих желаниях. Кактус. Желудь. Кактус, желудь. Еще что-то. Что это у нас кривое, а? Так это кто строил-то? Ну вроде да. По-моему, кто-то его даже успел переделать. Ну да, я его переделал, чтобы он вообще стал кусковым. Сейчас все переделаю. Потихонечку. Молоточек скрафчу. Чтоб можно было эти сердечки себе награбастать.
Небось, золотой молоточек ты скрафтил. Тебе прям все расскажу. Так. Пам-пам-пам-пам-пам. Сюда, ты это... Забрал, видимо, мои камни, которые я скинул в проход. Не. Да. Из меня плохой еврей. Плохой, но работающий. Вот, на тебе 47. 47, да ты что, я скидывал 200. С чем-то. Да? Да. У меня всего 190 еще. Да, я нашел все уже. А, ты все равно возьми мне так. Я нашел. Так. Задний фон. Ну ты вообще, я смотрю, 5, да? Задний фон. Ща. У меня все под 12 палочек. Все. Ты все на что способен. Ты мало на что способен, могу сказать. Зато ты со мной завелся прямо. Черт. Блин. Дерево есть? Есть. Отлично. Пойду еще добуду. Так. Просто нам нужна шахтерская каска. Обоим по каске. Да он вообще, солнышко, ничего быть не может. Ах ты засранец. Ну ты попробуй сначала его найди, блин. Сундуков много, но... Хрен знает, что и когда ты там в них найдешь. Так. Ой. Так. Что, начало, на самом деле, было неплохое. Где наш бумеранг? Пару сердечек возле было. Огненный бумеранг круче, но я ничего не помню. Так. Теперь нужно... Стол. Зачем? Так. А люстру повешь? Не-не-не-не-не-не-не-не. Две двери, два стола. Иначе никто не придет. Вот так. Ну ты опять дверь не закрыл. Еще надо облагораживать свой домик. Да, набегали всякие засранцы. Да. Они еще привередливые скоты. Без стула стола не придут. Хотя все равно на них не садятся. Сразу видно, не спартанцы. Ну, они просто привередливые, точнее, не привередливые. Они... Это издевка просто, вот и все. Зачем так много? Что, ресторан собрался открыть? Да. Так. А у меня, кстати, в микрофон гудит эта фигня дикая. Да. О, Гидж там прибывает. Ай, да ему и под землей неплохо было, по-моему. О, да. Куда он прибывает? Где он вообще? О, с другой стороны. Прется. Что мне с ним делать? А, вот он идет. Загребит. Утопи его в лаве. Блин, может еще на руках таскать, я не пойму, чем там. Я хочу сделать... Кандибобер, блин, канделябр. Канделябр. Вот. И поставить на стол этому. Торговцу. Хоп, хоп. Что, думаешь, заманить его на верхний этаж? А, да он и так на верхнем этаже будет тусить. Ну, точнее, гид тупой, он не будет тусить. Тусить не у него в крови. А. Ну и где же торговец? А что ты не хочешь взять? Я купить у него шахтерскую каску хочу. Сколько она стоит? 8 золотых, по-моему. Не помню. Вроде да. Иди сюда, иди. Я думаю, надо опять попытаться сходить в ту пещеру слева. Там вроде неплохой такой спуск. И мы там особо ничего на глубине не исследовали. В основном вот здесь, под домиком, попали. Ну, дверь-то закрыл бы. Ой! Так. Переложим. У тебя сколько денег?
Не знаю. 97 монет. Каких? А, обычно. Я, по-моему, все скинул в этот ящичек. Возьми как себе в инвентарь. Вот звезда вам надо. За что говорю? Да, две взял. Сколько ты взял? Не знаю, всего, по-моему, две. Еще держи. Воу. Что это такое? Тупой гид. Неужели ты впустил в дом всех? Или это ты не закрыл дверь? Да, конечно, блин. Если в первый раз... Ой. Я уже путешествовать хочу. Тут меня зомби зажали. Черт, так, возьми! Блин. Так, возьми. Это подстава от мистера Гидушкина. Его надо звать не Гид, а Гнит. Ладно, сделаем. Сколько ты мне монет давал? Что? Сколько ты мне монет давал? Ну, 20 или 30. Серебряных. Сколько у тебя каких монет-то? Одна золотая. Одна золотая. Ну отлично. Ну, в принципе, торговец должен прийти, но он не идет, зараза. Хер знает почему. Не знаю, ночью он там, типа, стремается. Да ему, по-моему, вообще пофиг, когда шляться, он все время бухой. Совщик. Ой, что ж такая штучка есть? Я тебе еще в прошлой серии об этом сказал, ну ладно. Ай-яй-яй. Хе-хе-хе. Вот что это? Ох, май. ХПшки это были. Ну чё, Альбай, всё-таки придётся его ждать. У нас ни зелени, никаких там светящихся нет, ничего. У нас есть факелы, этого достаточно, в принципе. Так. Ну чё, идём в пещеру-то? Да, не будем дожидаться. Посреди ночи. Так, золотая кирка при тебе. Да, полностью экипирован и готов. Тогда идем. Так, золотые мои поставили на базе. Да, все деньги надо переложить. Я, как всегда, навожу кавардак, конечно, в этих сундуках во всех. Давай. Сейчас его завалит. А, мы идем точно на него забыли. Нельзя. Слушай, а где сюрикен у нас валяется? Сюрикены где? У меня 51 штука. Тебе нужны сюрикены? Хочу пофаниться. На. Пойдем, что ли? Сейчас. Ну давай, не отходи. Все. Значит, ты идешь с оружием, я иду с факелом. Только они тебя съедят или накинутся, я сразу убегу. Ну не трать ты зря сюрикены. Да ладно тебе, что сам с ними делать, мне и так это. На босса потратить. Не трать ты сюрикены, говорю. Они пригодятся потом. Зачем ты мне тогда их давал? Блин, не знаю. Ты знал, с чем это все кончится? Я же не ожидал, что ты... такой расточительный. Я просто волнуюсь о тебе, поэтому трачу, чтобы наверняка их... Взял бы меч просто по-человечески. У меня зубочистка не меч, сейчас меня убьют. И что вообще светится так дико? Ну, мой бумеранг. А, бумеранг. Да, тогда это действительно удобная штука. А ты им еще не хочешь пользоваться. Бежим быстрее. Долго эту щели? Да вроде нет. Мы бежали минуты две, вот оно. Он грибок. Кто-то диверсию нам устроил. Давай заходи. Так, ладно. Опа. Ах ты ж. А он там, я еще вижу, лазил. Так. Оп. Е.
Надо эти сундуки, чтобы они не смущали. Так, хочется в них залезть? Ну, я же залез уже. Так, куда дальше? Справа мы были вроде. Значит, налево сегодня. Налево мы тоже были. Вот в чем прикол. Ну, спустимся ниже, нет предела. Ну, вон там ниже вроде нет никаких свечений. Это просто, может, сзади его. А может и нет, смотри-ка. Так. Так. Ну, мы немножко не этим путем, видимо, шли в прошлый раз. А так-то вышли туда же. Опа, тут еще что-то есть. О, тупик. Тут есть тупик. Это что, наверх пошел? Да. Человек тебе. Да тут, по-моему, я тоже был, и здесь ничего не было. А нужно вниз так опускаться, так понимаю. Нужно вниз? Ну так-то нужно вниз. Но мало ли, может, там сундук какой-нибудь в тупичке. Или сердечко. Так, ну чё, вниз копаем. А вот смотри, там эти слизнячки еще бегают, может, туда? Слизнячки? Угу, слизняки направо. Ладно, чёрт, давай. Чёрт, ладно, давай вниз. Давай правую копай. И левой. Всё. Оп. Что-то я вовремя достал. Чёрт, мы здесь были, ну ладно. После обработки записи получается гораздо более темнее изображение. Вообще, что ищем-то, я забыл? Золото? Демонит или еще какой-нибудь дрянь. А, ну да, демонит можно. Золотые кирки. Можно, да, добыть. Про пацанчики. Слить. Я тебе... А, тут... Тут опять траблы, о! Дыхательная трубка. Ага. Ключ-червячок. Сейчас я спасу. Смотри, ой, сам не это. Куда сравниться? Ну, вот все лавры достались себе. Че, пойдем вниз или что? Вон там сбоку есть пространство кое-какое. Предлагаю, блин, я копаю факелом. Я опять ни черта не вижу, и поэтому задохнусь. Задохнешься сейчас. О. Предлагаешь слить воду. Идиотцы. Будем наскребывать потихоньку на демонитовую кирку. Кстати, а дыхательная трубка, это что она делает? Сможешь под водой, что ли, дышать или что? Ну, она снижает затраты. Но нужно с нею в руках бегать под водой. Поэтому в полной тьме, конечно... В общем, буду себе на броню зарабатывать. Так. Зачем я сюда полез? Пошли там уже в бок. Да. Блин. Угу. Под собой. Он там слева что-то есть, но, наверное, это факел. Еще наш. И большое, по-моему. Наверное, это наш факел. Нет. А ну-ка. А вот ниже какое-то растение. Тут полость какая-то. Да, это наш факел. Ну ладно, пойдем через так. Так, 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 так. Ууу. Бумеранг. Да что?
то, что ты будешь. Иностранец. Ой, еще. Откуда? Холодцы. Ай-яй-яй, блин. Торговец прибыл. Да. Так, господи, отвалите вы от меня. Черт. Какого? Давай, вот такой. Хорошо, идем. Да не, мы не идем вообще. Все, убираемся с этого проклятого места. А из-за того, слизи, давай, болит. Там еще. Железо. Да, я пока вниз. Я своим крюком вообще не пользуюсь. Да. Мы, по-моему, только вниз спускаемся. Так. Тебе вообще. Ты что, а, тут железо нашел? Ага. Надо, да, броню по-хорошему бы приобрести тоже нужно. Все, а, что-то хочешь. Еще железо, ну ладно. А, выше или что? Ну там мало было. Ладно, такс. А вон там много вроде. Сейчас, посмотрю. Ой, тут серебро. Серебро. Сейчас, еще да, делай. Блин. Ну и что сам нас где-то остался. Ладно, собирай тогда ты его. У меня просто нет места в инвентаре. Чё там набрал, блин? Да не знаю, я просто что-то ничего не выложил особо. Вроде все выложил, а. Чё, получилось, что ничего не выложил. Такое ощущение, что набрался, не знаю. Какая-то девушка, блин, маникюрный набор, тыры-пыры. На самом деле так оно и есть. Вон, кажется. Почти. Песок это. Ой, там золото. Ну, я и говорю. Да я рассматривал свой маникюрный набор. Так. Теперь собью. Ее. Там вообще смешно, интересно. Сейчас быренько. Все. На этом все интересно закончилось. Ой. Что, кончились эти факелы? Нет, не туда поставил. То есть не то нажал. Я выкинул факелы. Отдай мне факелы, что ли, я не знаю. Правой кнопкой мыши отдели несколько. Разжать, на. Че, ниже пойдем? Там вроде что-то. Нет, ничего нет. Да, ниже. Серебро. Давай направо, я налево. Ох. Жила прям. Ай-ай-ай. Да черт возьми. Опа, я ношу с собой грязь. Ну, то, что нет. Отлично. Не задохнись, пока ты там его набиваешь. А теперь съешь его. Еще. Вкусняшка вот такая. Та-дам! Да. Ой, тут так до кучи серебра, слушай. Ща я могу ли запомнить? Абсолютно до кучи. Ну, очень много. Что не может, наверное, тут можно будет списать там серебряных щитов наделать. Ладно, иди пока налево, я схожу что там направо посмотрю. Ух ты. Ладно, вернусь потом к тебе. Не забили тут.
Ну, я быстро буду перемещаться с крюком. Ну, нельзя. Меня, по-моему, и так сейчас забьют. Поставить даже нельзя.